Бичанам крупно повезло. Несмотря на то, что мы находимся за тысячи километров от Гондураса, Новый год мы будем встречать со своей настоящей обезьяной. И благодарить за это мы должны московский цирк, который приехал к нам в гости. Капуцин – так называется этот род обезьян. Обитает он в Гондурасе. А это милейшее существо, волею судьбы оказавшееся в сибирской глубинке, зовут Мариком. Он еще очень юн по обезьянным меркам, поэтому весел, громкоголос и непоседлив. Видимо, и год нас ждет такой же энергичный, добродушный. Впрочем, спросим об этом у Оксаны, дрессировщика. Кому, как не ей, знать о поведении своего питомца? Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим. Я и, соответственно, мой спутник Марик. Он у нас в жизни очень шкодливый, очень веселый. Сами слышите, постоянно разговорчивый, постоянно такой вот, все его интересует. Ну и год, наверное, такой же будет. Сейчас мы попробуем, чтобы Марик нам предсказал, каким будет Новый год. Для всех, для вас, для цирка самого, естественно. Ну и, пользуясь случаем, я спрошу, каким будет Новый год для нас с оператором. Так, вот такие у меня есть бумажки. Здесь написано, что нас ждет. Я их передаю Оксане. Ну, она уже попробует с Мариком общий язык найти. Это какой, что ждет бичан? И что там ждет бичан? Так, сейчас уронил, давайте я возьму. Так, вас ждет правильный выбор. Можете рискнуть, все удастся. Обезьяна будет мудрой. Но я думаю, выбор это, наверное, речь идет о выборах в Государственную Думу. Так что какой мы не сделаем выбор, я так думаю, он будет мудрый. А вот верно ли, что обезьяна мудрая? Оксана, это так? Это действительно так, да. Они очень мудрые. И даже люди могут у них очень многому поучиться. Это действительно правда. Попробуем еще что-нибудь? Да, ну давайте теперь попробуем, что ждет ваш цирк. Вот эту тянешь, да, молодец. Так, вот бумажечка. А цирк вас ждет за кулисами, вот ведь надо же, как интересно. За кулисами будут волнения, возможные отставки, скандалы. Но будет очень интересно жить, обезьяна развлекается. Марик шалун? Очень хороший шалун, очень. Да, и очень хороший воришка. Очень. Чуть что не так, положишь какой-то кусочек яблочка, там апельсинчик, смотришь, он уже у Марика. Вот. Сейчас мы посмотрим, что же ждет нас с оператором. Марик, ну скажи, что ты нам нагадаешь, какую бумажечку возьмешь? Вот эту Марик хочет бумажку. Так, что же там ждет нас? Деньги не свалятся с неба без усилий, ну оно это и понятно. Придется потрудиться. Труд превратил обезьяну в человека, с этим трудно поспорить. Судя по Марику, такой нас ждет год. От себя хочу пожелать, чтобы вы никогда не теряли своего человеческого обличия. Каким бы год для нас ни был. И еще, подарите себе праздник в новогодние каникулы. Можете прийти и вот так же, так сказать, тет-а-тет пообщаться с обезьяной.